иногда с юмором, а иногда жестко, заявил Владимир Путин, уже разошлось по заголовкам мировых СМИ. Путин сел нам на голову и жует жвачку. Российского лидера приняли... Есть в этом определенный кайф. Удивительно просто. Это просто истерия какая-то. Давайте, где это все? И сегодня воскресенье. И завтра. Мне очень приятно. Мне очень приятно. А все мы на правильном пути. Красивые, а может быть даже классные. На правильном пути. На правильном пути. Давайте, где это все? Все мы на правильном пути.